Все, кто создает искусственный рост цен, будут наказаны. В ходе брифинга руководитель областной антимонопольной инспекции Талгат Толендиев озвучил список предпринимателей, нарушающих антимонопольное законодательство. Согласно данным главного инспектора антимонополиста, искусственное подорожание товаров создали в компаниях Евразия Foods Corporation, Universal Distribution Company, Улуарда, Югпищепром, Алтендан. В отношении руководства этих компаний проведены следственные мероприятия. По решению суда наложены штрафы. Толендиев напомнил о важности не создавать ажиотаж и недопущения необоснованного роста цен на торговых точках города. Если же жители столкнулись с такими проявлениями, могут сообщить по телефону доверия 53 74 11. ФК деген алматылык фирманың филиалы. В действиях филиала алматинской фирмы ЛФК Евразия Food Corporation и маслозавода «Арай» определены признаки ценового сговора. Если сговор будет доказан, начнется следствие. Продовольственная ситуация обсуждалась и в ходе селекторного совещания в акимате Южно-Казахстанской области. Заместитель акима области Сапарбек Туякбаев сообщил, что сейчас из стабфонда поставляются все необходимые продукты – мука, лук, картофель. И добавил, что цены на эти социально значимые продукты контролируются и в крупных торговых домах. Замакима подчеркнул, что продовольственных товаров в стабфонде достаточно, и жители не будут испытывать дефицита.